Всем приветики! Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. Я участвую в проекте Whole World с 2013 года. Рассказываю, как я за месяц накопила дополнительные 50 долларов в акции «Праздничная копилка». Смотрите, я уже рассказывала вам условия, какие нужно выполнить, чтобы накопить как можно больше баллов, а эти баллы превращаются у вас в доллары. Ну, во-первых, я сначала накопила 100 баллов, и я участвую в розыгрыше 1 года бизнес-автомат. То есть это прям суперский приз, если я выиграю в течение года, люди ко мне будут регистрироваться без моих личных приглашений. Это обалдеть! Но надо накопить 100 баллов. Я выполнила этот порог и пошла дальше. Накопила 200 баллов, это уже денежный приз, и у меня уже 50 долларов, можно сказать, есть, будут начисляться в новом году, ну или к Новому году. История накопления баллов, вот здесь вот мы можем увидеть, активация участникам, люди подключают у меня бизнес-автомат, я получаю 5 баллов, активирует место в марафоне, я получаю 10 баллов. И я продлила свои 3 места. За личную активность тоже начисляются баллы. Ну, я еще подумаю к Новому году продлевать активность в эстафете, потому что у меня моя активность в эстафете продлена аж до ноября месяца. Поэтому посмотрим, сколько мне останется, например, до 100 долларов, до 250, до 500. Я вам советую пользоваться этой акцией, как говорится, лови момент. Ну, а если кто еще не со мной в команде, в самом классном, благородном проекте, присоединяйтесь, свою реферальную ссылочку я оставлю под видео, все вам расскажу и покажу, и буду вести за руку к результату. Всем пока!